Девчулечки, всем привет! Сегодня мы с вами посмотрим обзор каталога номер 1 2020 года. Я вам расскажу, что здесь выгодно купить, что здесь есть новенького, ну и что я планирую себе заказать. Но начну, как всегда, с того, что же у нас будет новичкам в подарок за первый заказ. Сумма нужна будет очень маленькая, всего лишь 1499 рублей. И в подарок со следующим заказом вам придут три средства для дома, шикарнейших, самых суперских и лучших. И плюс новинка каталога номер 2, которую мы еще даже в руках не держали. Это рукавица из микрофибры. Новинка каталога номер 2 здесь так и написано. Ну, а из средств для дома здесь средства для ванной комнаты, средства для духовок и плит. Я миллион раз показывала его волшебную работу. Посмотрите в моем инстаграме в IGTV. Это специальная вкладочка на моей странице. Первая с фотографиями, а посерединке IGTV. Нажимайте, и там есть тест этого средства. Вы просто никогда так быстро и так легко не отмывали нагар. Ну и третье средство, это средство для полов и стен, минимальный расход, буквально чайными ложечками дозируется в ведро, дает хорошую пену, классно очищает и не требует тщательного смывания, не оставляет разводов, биоразлагаемые все средства, поэтому классный подарок и сумма нужна для него абсолютно небольшая. Подарок будете получать с 20 января по 9 февраля уже при заказе по каталогу номер 2. Его мы с вами будем смотреть позднее. Ну, а пока смотрим вот этот каталог распродаж. Здесь огроменные скидки. И еще здесь будут действовать купоны на 50% скидку. Об этом будет отдельное видео, где я расскажу, что выгодно брать по этим купонам. Ну, а сейчас начинаем листать. И на первом же развороте линейка «Зима». И любые два продукта по специальной цене, желтые ценники. И обратите внимание, здесь такие прикольные мышки во всем каталоге. Ну просто приятно смотреть и очень забавно. Гели для душа. Вот я не знаю, у кого-то на складе еще осталось мыло мыши или нет. Я его уже два каталога не наблюдаю, а здесь оно 49 рублей. Наверное, думали, что не распродадут и заранее поставили такую цену. Тоже нужно купить два продукта, чтобы вот эти гели новогодние и мыло по специальной цене. Так, ну вот так выглядели купоны, которые нам давали в каталогах 17-18. Сейчас они будут действовать на парфюмерно-косметическую продукцию и косметику для дома из этого каталога. Обязательно обращайте внимание, что действует только на те товары, которые в печатном каталоге вот в этом. Все, что за каталогом, купоны действовать не будут. Все эти купоны вы можете сейчас посмотреть у себя в личном кабинете, у кого есть оплаченные заказы по этим каталогам, раздел «Купоны и карты», и там вы увидите количество этих купонов. А товары по ним можно будет выбирать в выгодных акциях, если вы делаете через браузер заказ, и если вы делаете через приложение, то это будет на втором шаге. Там будет прям список товаров, вы будете выбирать из него по тому количеству купонов, которые у вас есть. Если у вас 10 купонов, вы можете выбрать 10 товаров. Сейчас еще идет 18-й каталог, и вы еще можете сделать заказ для того, чтобы у вас было больше купонов, для того, чтобы вы в первом каталоге смогли купить больше товаров по распродаже. На каждые 999 рублей заказа по 18-му каталогу, который работает по 29 декабря, выдаются эти купоны. Следующая страница номер 13. Бонус за покупки сыворотка ICUL за 499 рублей. Я этой линейкой с удовольствием, просто с огромным удовольствием пользуюсь и рекомендую вам. Здесь также ночная маска со скидкой 50%. На нее купоны уже действовать не будут. По купонам ее заказывать не надо, просто добавьте ее в корзину и будет 50% скидка уже на нее. Скидки действуют у нас от черной цены. По купонам от черной цены, не от красной. Было бы, конечно, круто, если бы от красной, но, к сожалению, нет. Вот вы можете добавить еще 5% к этой сыворотке, но на самом деле лучше потратить купоны на то, что давно не было с какими-то скидками, а вот эту сыворотку купить именно с 45% скидкой. Ну, посмотрите, 65% на 3D-филлер для заполнения морщин. Так, средства для душа я стараюсь всегда пропускать, на них очень много всегда акций, поэтому переходим сразу к моей любимой линейке. Кто давно не, так же, как и я, не мог покупать вот эти шампуни со скидкой
за 99 рублей. Вот оно, пришло наше время, шампунь и бальзам, и лак-крем за 99 рублей. Конечно же, я буду брать и мятный, и вот этот розовый с кокосом. Я просто не люблю аромат, но все три классные и держат чистоту волос на сутки дольше. Ну, по крайней мере, у меня, и я знаю тех, у кого такой же абсолютный эффект. Очень классный шампунь, они не дают никакого объема там или какой-то супер гладкости. Это просто хороший шампунь, который держит чистоту волос плюс один день. То есть, если какой-то другой шампунь я использую, то на следующий день опять надо мыть волосы. А после этого шампуня такого не случается. Я на второй день встаю с чистыми волосами и только к вечеру начинаю понимать, что это уже второй день. То есть, вот так классно держит волосы. Кстати, помада, да? Я сразу не сказала про нее. 4587, это сияние в цвете. Продолжаю вам показывать, какие эти помады красотульки. Она классно подходит именно к холодному времени года. Она питательная, очень красиво лежит на губах, украшает просто лицо. И по своим свойствам подходит для зимы. Она жирноватая, питает, ну просто классная. И под ней не трескаются губы, как под увлажняющей помадой. Страница 25, распродается с 70% скидкой помада Рената. Но надо, наверное, быть готовыми к тому, что срок годности здесь может быть... Я просто предполагаю, да, когда у нас такие огроменные скидки проходят, то бывает, что сроки такие приходят на грани. Но не менее чем 3 месяца. За 3 месяца, если вы регулярно пользуетесь помадой, если у вас их немного, вам однозначно хватит. Если у вас 40 помад, как у меня, то, конечно, за 3 месяца вы можете ее не использовать, если, конечно, она у вас не попадет в разряд любимец, и вы будете постоянно ей пользоваться, не вынимая из рук, из сумочки, там, везде носить с собой. Поэтому 3 месяца, в принципе, хватает. Но у меня есть, лично у меня есть помады, которым по не одному году, даже по 2 и по 3, и у них однозначно истек срок годности, но я ими спокойно пользуюсь. Я думаю, что даже вот у этой истек, я даже не помню, когда я ее покупала, но свойства абсолютно все сохранены, она классная, ложится классно, запах не изменился, поэтому я не боюсь. 199 рублей за Ренату, это очень дешево, у нас даже по акции обмена, когда мы меняли помады другой марки на дорогие помады Faberlic, она была, по-моему, 249, а здесь 199. По ценам консультанта это будет еще дешевле, у меня, например, это будет там 150 рублей, это просто копейки. Качество помады красивое, футляр просто отменный. Ну и единственное, предостерегу вас от покупки красного оттенка, экспрессивный красный. Может быть, есть какие-то хитрости, чтобы он не растекался, но если нанести даже с контурным карандашом, припудрив немножко контур, она все равно течет, она расползается по естественным бороздкам, и с этим ничего не поделаешь. Страница 27, бонус за покупки, тушь для ресниц. Активно выводят у нас из ассортимента, видимо, тушь для ресниц из линейки «Секрет». И она всего лишь 199 рублей. Но это классная тушь, можете смело брать. Ну и посмотрите, палетка для бровей 199 рублей. Такую тоже цену я никогда не видела. Обратите внимание, что у нее цена 600 рублей базовая. То есть скидка получается, наверное, 70 или 60%. Но это бонус за покупки, так же, как и тушь. И тушь, если на 500 рублей, то на 1700 палетка. Поэтому, если ваш заказ достиг 1700 рублей, то в выгодных акциях у вас автоматически появляется новая вкладка, где вы можете выбрать себе эту палетку. Любые два продукта по специальной цене, страница 30-31. А распространяется еще это и на 28-ю страницу. Вот с 28-й начиная, здесь тушь для ресниц. На следующей странице подводки, жидкие тени и, обратите внимание, гели для бровей, тушь для бровей теперь это у нас называется, в трех оттенках, и 199 рублей цена, вы можете попробовать, 350 рублей зачеркнуто, ну, получается, за 175 можно купить по купону, 199, если купить, например, вместе с подводкой. Тоже очень выгодно, когда вот такие там где-то плюс-минус 20 рублей, я, конечно, купоны стараюсь тратить на что-то более дорогое, скидку получать на дорогие товары, а вот такие недорогие, в пределах 200-300 рублей, брать по этим акциям, там, ну, особо экономия не так заметна. Аромат Флюорет со скидкой 55%, я знаю, есть любители, моя мама с удовольствием его использовала. Дальше, линейка Варио у нас
кстати, здесь подорожало. Кремы остаются по той же цене базовые, а сыворотки стали 399 рублей. Вы можете на них потратить купоны, кстати, и тогда уже будет 550 разделить на 2, 275 рублей. Следующее, так, что же, сейчас я вам пролистаю, покажу. Бонус за покупки — активная вода Platinum, всего лишь 149 рублей. И посмотрите, очень хорошие скидки на линейку Platinum, в принципе, 50-45%. И, конечно, бонусную воду при покупке по каталогу 1700 рублей. То есть там была палетка для бровей на эту сумму. Теперь поставьте себе пунктик, что можно еще взять активную воду Platinum. Она классно просто работает на лице, когда ты ее наносишь под крем. Или если вы не пользуетесь тональным, вы можете ее распылять в течение всего дня. Она прекрасно увлажняет лицо, и оно, ну, просто по-другому себя чувствует. Дальше. В линейке Weekend у нас появляется крем по уходу за кожей вокруг глаз для век. 299 рублей 15 миллилитров. И если брать его в наборе, то набор получается 499 рублей. Здесь восстанавливающий крем для лица Skin Recharge 50 миллилитров в тубе. И вот этот набор я хочу купить себе для шеи, вот этот крем. А этот оставлю дочери для того, чтобы она увлажняла себе кожу век, потому что у нее очки для плавания иногда дают раздражение, поэтому мы решили ей приобрести какой-нибудь крем. Почему бы не попробовать новинку и как раз узнать вообще, какая она на ощупь. Страница 56, здесь линейка Биомика со скидкой 40%. Посмотрите, мицеллярная вода. Я надеюсь, что здесь она уже придет с другим консервантом и, по крайней мере, обещали заменить уже в декабре. И в январе она наверняка должна уже приходить другой. Дальше, мицеллярный гель для умывания и мусс-крем по 199 рублей. Это тоже скидка хорошая. Обычно они стоят 249. Кислородный активатор. Много раз я его покупала, и есть у меня постоянные клиенты на этот активатор. Используют как самостоятельное средство, не под крем. Но вообще он активирует любой крем, усиливает его эффект, и его нужно наносить под крем. То есть возможны два способа, и как самостоятельное, и как, ну, типа сыворотки под крем. 199 рублей при покупке любого дневного или ночного крема со страницы 58. Страница 58 — это соседняя, поэтому не просто так он 99, нужно купить еще и дневной или ночной крем. Появляется у нас новая двухфазная жидкость на странице 63. Давно не было в каталоге, все заждались, все покупают где-то в других местах. Я обязательно возьму на тестирование, но мне уже просто интересно, да, вдруг что-то еще кроме Лореаль не будет мне жечь глаза, я буду на это надеяться. Написано, что она бережная, 150 миллилитров, мягкая эффектность. Эффективно удаляет даже водостойкий макияж, оказывает успокаивающие, освежающие эффекты. Ну, заявлено, конечно, красиво. Посмотрим, как с моими чувствительными глазами она подружится. Я планирую потратить на нее купон. 229 рублей она стоит по каталогу. И 300 рублей зачеркнуто. Это значит, что за полцены я ее буду брать за 150 рублей. И еще будет моя скидка консультанта. То есть это будет порядок 110-120 рублей. Вот за эту цену, конечно, можно попробовать, и потом не жалко кому-то отдать, если мне не подойдет. Страница 69, и здесь сыворотка Пролексир, которую я тоже много раз покупала. Давно не брала, потому что очень много всего приходится покупать, тестировать, интересно, да, какие-то новинки выходят. Поэтому я к ней давно не возвращалась. Но она классная, я просто, не знаю, несколько прям подряд раз ее брала. Летом она такая нежная, гель, это, ну, прям жиденькая пипеткой она достается, и я однозначно могу ее рекомендовать. Два любых крема для лица за 359 рублей, каждый из линейки Гардерика. Для тех, кто не в курсе, вдруг первый раз смотрит и, в принципе, не знаком еще хорошенько с продукцией, вот эти кремы для лица предназначены для сухой и очень сухой кожи, а в тубах кремы у нас предназначены для жирной и комбинированной кожи. Поэтому делайте различия, покупайте то, что вам нужно. Обратите внимание, что в акцию еще входит крем для век, а вот эти товары не участвуют в этой акции.
Купила я массажер для лица Wow Roller. И сейчас он будет со скидкой 30%. Сказать, что я довольна, это ничего не сказать. Я с удовольствием делаю массаж лица. Ни в коем случае не выбрасывайте от него упаковку. На ней написана как раз инструкция, как пользоваться этим роллером. Там нарисовано даже лицо и линии, по которым нужно делать этот массаж. И до тех пор, пока вы не запомните, как это нужно делать, не выбрасывайте. Я вот до сих пор, хотя каждое утро делаю, я даже иногда сижу за компьютером, он у меня лежит сбоку, я просто беру и немножечко массирую. Мне просто доставляет это удовольствие. Я однозначно его рекомендую, но сказать, что какие-то мгновенные результаты я не могу, ну и не может быть мгновенных результатов, да, у меня 43 года лицо, уже вот тут вот немножко овал не такой, как хотелось бы, и обвисал-то он долго, а восстанавливать, конечно, за неделю, за две не получится, то есть это нужно ежедневно этим заниматься. Скидки и ежедневно, и продолжительно. Скидка на любой продукт 60%, сюда входит гликолевый пилинг и энзимный пилинг, обратите внимание, 60%, конечно же, купон здесь не понадобится. Дальше стикер не убираю, повязка на голову 149 рублей, однозначно буду покупать, у меня есть одна, и мне нравится, что она не тугая, не хочется ее снять через 5 минут, как с сиреневой повязкой, которая у нас была дороже, с бантом такая. Та прям очень давила голову, а эта хорошая. И чтобы мы с дочерью уже за нее не дрались, я возьму такую вторую. Я покупала первую за 199, поэтому это скидка. Страница 87. Здесь массажер для тела. Такой я не покупала, но посмотрите, на него тоже скидка. И на патче 70%. Так, следующая у меня страничка. Вербена. Любые два продукта 99 рублей каждый. Ну, я теперь прониклась вот к этой мицеллярной воде теплыми чувствами и могу вам рекомендовать, берите сразу две или возьмите гель для умывания. Он мне тоже нравился, хотя я им слишком пересушила кожу, но она у меня не жирная. Если у вас жирная, то я тоже вам могу рекомендовать. Любое средство для ног всего за 99 при покупке по каталогу на 499. Сюда входит антиперспирант для ног и бальзам для стоп, гладкие пяточки. 99 рублей, это сейчас самая низкая цена на этот шикарный крем. Я говорю сейчас про гладкие пяточки. Страница 121, мусс для интимной гигиены. Тоже однозначно рекомендую. Я слышала, что он какой-то не такой, какой-то не сякой. Девочки, вот я скажу, у меня на средство вот этого для интимной гигиены образовалась сухость. Я не смогла им пользоваться. Это просто отвратить ужасный дискомфорт. А от мусса такого не произошло. Я очень этому рада. Удобно. Дозатор. Здесь дозатора нет, хотя оно дороже. Из дозатора выходит такая же пена. Это абсолютно такой же флакон, как у всех пенок, которые у нас есть для лица. Выходит мусс, пеночка такая. И очень комфортно, очень приятно пользоваться. 123 страница. Моя любимая зубная паста. Концентрированная, отбеливающая 200%, 99 рублей. При покупке по каталогу на 499 однозначно беру. Новинка, зубная нить с мятным вкусом, улучшенная структура нити. Есть жалобы на то, что у нас она слишком ворсится, да, когда межзубные промежутки чистишь. Видимо, обновили текстуру, она стала другой, хотя меня и текущая текстура абсолютно устраивала. Я посмотрю, если моя не подходит к концу, то заказывать не буду, если она, соответственно, кончается, закажу. 40% скидка на без СЛС-ную линейку Salon Care. Теперь обратите внимание, суперцена 99 рублей, кондиционер у нас двухфазный, несмываемый, маслечко для волос, тоже все со скидкой. Вот это вот тоже маслечко для волос, тут уже кому какое нравится. Ботаника, краска Ботаника за 99 рублей. Обязательно спрошу мамулю, не нужно ли ей пополнить запасы. Она любит эту краску, красит ей волосы в светлый оттенок. Как раз липовый мед, тот, который здесь указан, ей не желтит волосы. И ей очень нравится, я ей постоянно покупаю. Расческа для девчонок 199 рублей. Вот на детские товары, на детские аксессуары у нас очень редко бывают скидки. И я буду ребенку брать еще вот эту пену для ванны. И обратите внимание, крем с ягодным, с клубничным ароматом 69 рублей. Ну, а на следующей странице вообще сенсация. 99 рублей щетки для детей,
6 плюс. Вообще такой цены я не видела, мне кажется, вообще ни разу в каталоге. Ну и две пасты для малышей, 65 рублей каждая, как если купите две штуки. То есть детская линейка, да, бывает, это большая редкость, когда на нее бывают скидки. Теперь пролистываем дальше. Любая пудра со скидкой 40%, и также палетка для скульптурирования, 359 рублей. И здесь пудры Soft Focus, те пудры, которые у нас вышли, и опять потом ушли из каталога, из печатного, но на сайте они есть, заказать их можно, цена на них 449 рублей, а здесь будет 359. Сейчас у меня на лице как раз светлый оттенок. У меня светлый 64-51. Хочу еще взять натуральный бежевый, сравнить. Сказать, что этот сильно светлый, я не могу. Мне он кажется вот для зимы прям самое то. Но я еще хочу купить пудру Luminizer. У меня она закончилась, и я вот прям прониклась к этой пудре теплыми чувствами. И так же, как к мицеллярке, да, это вот прям такие открытия каталога. И я хочу повторить эту пудру. Возможно, я потрачу все-таки на нее купон, тогда она будет 600 рублей за полцены, это 359 рублей будет экономии. Ну и палетка для скульптурирования. Бронзат здесь не теплого оттенка, а с серым подтоном. Вот кому это очень важно, обратите внимание, потому что кому-то с теплым подтоном не нужен, а здесь вот он как раз самое то. Цветные корректоры для лица 149 рублей, уже со скидкой 50%. Я сейчас использую лиловый корректор для коррекции пигментации. Кто смотрел мои макияжи, те видели, я под тональный крем наношу и еще наношу на верхнее веко, которое тоже уже с возрастом стало немножко темнее, чем основной тон лица. Ну и здесь еще увлажняющий крем за 199 рублей. Я, честно говоря, вот из этих кремов, могла бы порекомендовать DD крем. У него есть SPF 30, это его большой, кстати, самый светлый оттенок здесь. Это большой плюс, да, когда SPF 30, но он достаточно жирненький для лица, а вот остальные мне кремы из вот этой троечки не понравились. Коэнзим Q10 799 рублей со скидкой 40%. Мне тоже кажется, что это прям на 200 рублей дешевле регулярной цены. И мне тут сказали, что нужно коэнзим вместе с омегой принимать. Я, скорее всего, закажу себе. Пластыри. 50% скидка на пластыри. Это просто мега цена. Я однозначно буду делать запас. У меня как теперь только схватывает спину, я тут же наклеила пластырь и ношу его сутки. Не на ночь, а ношу сутки. Это максимально возможное время для одного пластыря. Потом могу, конечно, переклеить на следующий. Прям один сняла, другой наклеила без какого-либо перерыва. Так я вылечила последний раз спину, когда я просто разогнуться, согнуться не могла. Подняла арбуз, и с этим арбузом закончилось мое здоровье спины. Дней 5 подряд я клеила, пила параллельно еще таблетки, Nice пила, и вот таким образом я вылечила спину. Но один Nice бы точно не помог, это уже проверено. Поэтому эти пластыри должны всегда быть у меня дома, и они у меня есть до сих пор, и с 50% скидкой я возьму в запас, наверное, упаковки 2 точно, если не 3. Ну, кого интересует Денос, посмотрите, маска с 40% скидкой. Я так и не дождалась от вас каких-то внятных отзывов по поводу того, посмотрите, вот я выглядела на 43, а стала выглядеть на 23, не дождалась. Хотела взять эту маску за баллы, 1250, по-моему, баллов нужно отдать, чтобы эту маску получить за 1 рубль. Обратите внимание, она даже с 40% скидкой стоит почти 7000 без 1 рубля, да? Я хотела ее приобрести, копила баллы, но теперь думаю, раз вы мне ничего такого не написали, нужна ли она мне вообще. Колготки, 257 страница, теплые колготки, обращаю ваше внимание, за 299 рублей продаются только 3 оттенка, это 60 ден, те, которые были у нас раньше в каталоге. Я снимала видео, в котором сравнивала колготки 60 ден и 80, там хорошо видна разница в текстуре, хорошо видна разница в цвете, можете посмотреть и выбрать. Но в этом каталоге из 80 деновских у нас представлен только серые почему-то колготки, хотя на сайте есть разные. И 60 ден тоже есть разные по цвету колготки, но здесь почему-то только 3 оттенка.
Распродают колготки, какие же это, наверное, производство Китая, страница 261, но тоже очень-очень дешево. 119 рублей 20-деновские и 149 40-ден колготки. Они мне нравятся больше, чем итальянские. Если у вас чувствительные ноги, если у вас такое бывает, что вы надеваете колготки, они вам кажутся немножко колючими, и ноги от этого чешутся, то вот эти колготки производства Китай, они не такие. Они точно не создадут никакого дискомфорта вашим ногам, и вы будете прекрасно в них ходить. Оттенки есть черный, бронзовый, дымчатый, это 20 ден, и 40 ден здесь есть еще телесный и кофейный. Здесь побольше палитра со скидкой, вот выбирайте. Но я думаю, что на колготки надо будет успевать прям в первые дни. Ну и дальше пошла распродажа одежды, она идет до конца каталога. Обратите внимание, любые две вещи со скидкой 10%, три вещи со скидкой 15% и 4 и более вещей со скидкой 20% дополнительно будут от вашей цены. Я не буду вам все показывать, здесь просто, ну, есть и мужская, и женская одежда по такой акции. Я все это пропущу, потому что это базовые вещи, они у нас не меняются из каталога в каталог. Вот интересная цена на мыло 35 рублей, кстати, без каких-либо условий, просто 35 рублей стоит мыло. Так, еще какие-то отметки у меня тут стоят. Карандаши, каялы, да, девочки, каялы 109 рублей. Уж я хвалю-хвалю их и рекомендую, а уж за 109 рублей однозначно возьмите, попробуйте, я думаю, вы будете вот так вот довольны. Ну, карандаши для бровей у нас всегда за 99, ну, практически всегда. А вот каялы 179 регулярная цена, 149 рублей бывают по акции, были 129. И вот тут 109, правда, не все оттенки, но могу просто все рекомендовать. Они у меня все есть, и они все классные. Так, что у нас? Бальзам для губ 59 рублей. Кстати, 99 рублей он стоит сейчас в каталоге, здесь 59, обратите внимание. Вот эти штуки я не покупала, не знаю, хорошо ли они работают или плохо ли, но, в общем, если кто-то покупал, расскажите, удобно этим пользоваться или нет. Для меня, например, ну, неприемлемо розовым красить глаза, а там предназначены они как раз для губ, щек и глаз. Ну и румяна наносить кремовые тоже мне неудобно, потому что у меня здесь тональный крем, пудра, и если еще поверх наносить кремовые румяна, то это все смажется, будет выглядеть некрасиво. Если вы не пользуетесь всем этим, то, возможно, вам подрумяниться буквально чуть-чуть будет очень даже удобно из такого формата средств, из стика. Ну вот точно не мой вариант. Следующий разворот, 318 страница, и здесь линейка Very Berry со скидкой 50%. Лаки мне понравились, 99 рублей, стоили 159, целых 60 рублей скидка, поэтому я могу вам их рекомендовать, они достаточно стойкие, а какие у меня оттенки, я не помню. Блеск мне не понравился своим нанесением, его очень тяжело разносить, здесь неудобный носик, он пластмассовый, из него выходит блеск, надавливаешь, он выходит, и вот этой пластмассовой штукой распределяешь по губам, оттенки яркие, и их очень тяжело именно вот этим пластиковым кончиком разносить, но сами блески неплохие, но вот разносить их неудобно. Ну и тональный крем Very Blossom, вот меня раздражал его аромат, он меня преследовал целый день, отдала его маме, и у мамы абсолютно та же реакция. Косметичка, кстати, посмотрите, 79 рублей, вот то, что пляжная у нас коллекция была, она была 99, сейчас 79, ну, соответственно, закуп уменьшается, и она, получается, стоит какие-то копеечки. Я, наверное, попробую ее заказать в поездке где-то там, она бывает очень даже нужна. Ну и помада у нас, и в прошлом году была такая распродажа на определенные оттенки помад, определенно очень низкая цена. 129 рублей, сияние в цвете, та, которую я безумно люблю, 45-87, та, которая у меня сейчас на губах, коралловый мираж, здесь есть, еще есть трехмерный красный, рубиновый тайфун, я вот эти два оттенка не брала, но средний вы можете сейчас наблюдать на мне. Миллион переливов, 71 оттенок, 79, это два моих любимых оттенка, они у меня тоже есть, рекомендую, очень классно ложится помада, она на первый взгляд твердая, но она очень украшает губы за счет того, что у нее шиммер. Она написана перламутровая, она не перламутровая. Там серебристый шиммер, там нет вот этой белесости дешевой. Очень красиво лежит.
3D-поцелуй. Вот я, к сожалению, как с одним оттенком не подружилась, так вот я с поп-дивой не подружилась, так я больше ни один не брала. Ничего сказать не могу. Первая леди 199 рублей, овация 199 рублей. Здесь, правда, оттенки, ну, прям очень ограниченные, 2 и 3. И роскошный поцелуй только в красном цвете. Смотрите, и новинка почему-то на последнем развороте. То, что у нас раньше называлось модельер цвета. Я не знаю, та же самая здесь помада или нет, но выглядит абсолютно так же. Тюбик такой же, и она как бонус за покупки. Любой оттенок помады 149 рублей при покупке по каталогу на 499 рублей. Шелковистая текстура, атласный финиш, светоотражающие частицы. Кстати, в этой не было светоотражающих частиц. Придется мне, наверное, коралловый попробовать. Я же люблю такие оттенки. Ну и заодно показать вам. Девчонки, используйте все возможности, все бонусы. Те, кто попадает ко мне в команду, в период действия предыдущего каталога, в этом уже будут иметь 250 рублей на покупки. Еще и такие скидки, еще и купоны. Так что регистрируйтесь, пока идет 18-й каталог, делайте заказы, приобретайте купоны, забирайте мои деньги до 29 числа. Составьте план покупок по этому каталогу, сделайте покупки по 18-му каталогу и соберите все бонусы. Большое спасибо за просмотр. Я надеюсь, что вы какую-нибудь пользу от этого получили. Подписывайтесь на мой канал. Ну а с вами была Марина Соловьева. Буду рада видеть вас в своей команде. До новых встреч, всем пока!